Я вітаю вас з поверненням в Україну. Спасибо. Як зустріла вас Україна? Ну, это я вас должен спрашивать, как вы меня здесь встретили? Я видел вас в суперфинале. Ага. И было круто. Спасибо. Чи вам подобається українське шоу «Танці з зірками»? Очень подобається. І мені дуже подобається. Хто з учасників вразив вас найбільше? Хто мене що? Чи хто з учасників вразив вас найбільше? Вразив. Удивив? Удивив, да. Мене удивили всі учасники, тому що прямо вот з першого ефіру це було дійсно вот ті танці зі зірками, той проєкт, до якого я привик ще вот у нас в Америці, ще з 2005 року. Тому мені дуже подобалося, що іменно здесь я прилетел і вот как-то почувствовал себя сразу дома, потому что вот сейчас в Америке наш проект немножко поменялся, он перешел в более такой шоу-формат, а здесь все еще чувствительно, все еще правильно, и я этому очень доволен. В Америке вы делаете? Я танцевал. А вы танцевали? Да. В Лос-Анджелесе? Нет, на «Танцах со звездами», да, в Лос-Анджелесе снимают, но с 2005 года я участвовал в 17 сезонах. Я жил и судил, но не полностью весь сезон. Поэтому это мой первый полноценный сезон от начала до конца. Я даже не знала, можно вас обнять? Можно. Я еще в шоке. Я прожила 15 лет в Лос-Анджелесе. Да, я 3 года здесь. Так что тоже я привыкаю. Но здесь есть свои преимущества. Я испытала там. Харас. И останнє питання. Чи сподобалась вам Одеса? Чи пізнали ви місця, де бували? Да, я вспомнил, где был, где жил, дошел пешком все мои маршруты от дома до студии, до школы, до... Я прожил там 14 лет, и я почувствовал действительно, что это город, где мои корни, и я жду не дождусь, когда познакомлюсь с этим городом моего ребенка и мою жену. Дякую вас. Дякую вам за интервью.